Ну что, всем привет! Сегодня вы знаете где? Сегодня опять у подруги в гостях. Сегодня мы едим рис, печенку, также хреновину, морковка по-корейски, ну и черный хлеб, и кофе, кофе, как всегда, кофе, девочки. Всем приятного аппетита, кушайте вместе со мной и худейте. Так, хлебушка надо взять. А, еще майонезик, майонезик. Ну как на Урале без майонеза? У нас, знаете, холодно, снежок летит. Вот, пришла сегодня в гости к подружке. Поесть опять. Ну, я же люблю поесть. Так, что, морковку надо открыть? А, вкусно. Так, что еще надо? Майонезика. Надо майонезика под льдевки, как всегда. Без майонезика никуда. Так, майонезик ЕЖК. И на печеночку тоже. Вот. Ну, обсасывать не буду, потому что не мой майонез. Так, что мы дальше делаем? Хлебушек мы взяли, морковочка. Ну все, начинаем. Приятного аппетита! Всем. Да, опять пришла объедать. Ну, как всегда. Дома меня не кормят, пришла сюда. Хреновинки надо положить. С хреном вообще вкусно. Понимаете? Ой. Ну. Так, у меня тут где-то есть салфеточка. Да, я сегодня с салфеточкой. Вот. Блин, ну хреновина-то я вам скажу вообще. Зато видели, как это совсем мало. Подруга говорит, много не надо жрать. Ой, извините, кушать. Сейчас поедим, пойдем гулять. Ну, немножко посидим, полежим. Ну, как всегда, вы знаете, после еды надо полежать. Вкусно. Я ее звала на пироги, она что-то не пошла. Говорит, не хочу. Пришлось с собой привезти. Ой, милый, вспомнил, да? Ой. Куда-то пошел. Хреновина такая, хера, короче, туда много добавили. Ну, хер, это, знаете, как он называется? Как хер называется? Ну, что туда добавляют? Хрен. О, хрен, хрен. Понравился вам мой магазин Чижик? Ну, так-то там, да, есть что взять. Ну, кстати, это... Купили вот такую большую пачку чипсов.
250 грамм. Так, сметана и зелень. Вы что, знаете, чипсы вкусные. Обалденные. Мне сегодня с мужиками не целоваться, так что я могу хреновину поесть. Завтра что? Завтра я поеду в больницу. Потом поеду к милому своему любимому. Вот. Ну а как вы думали? Конечно, поеду. Ну, всем спасибо, кто ко мне добавляется, кто мне смотрит, мои девочки. Житё-бытьё, Иринка, привет. Привет, житё-бытьё. Вот так вот. Молодцы, творог надо кушать, он полезный. Я же говорю, берете творог, без разницы, через блендер, не через блендер пропускаете. Добавляете чеснока, потом добавляете зелень, какая есть у вас, подсаливаете сметанки, вообще, знаете, как вкусно. Там, по-моему, Артур, что ли, написал, что я съела недельную или дневную дозу мужика по калориям. Ну и ладно, что, меня любимый и так любит. Ой, морковочка. Кушаем вместе со мной и худеем. Все полезно, да. Что, Иринка в рот полезла. Большому куску даже рот радуется, как говорится. Опять вещи купал. Мы его обязательно положим. Куда положим в ротик? Кстати, Любови привет от меня. И... привет, Марии моей. Вот так вот. Не, а морковка вообще бомба по-корейски. И хреновина. Ну да, вы знаете, что у меня все вкусно и полезно. Все полезно. Особенно рисик. Да, подруга мне положила мою норму. Она говорит, тебе много нельзя. Ну, я бы, конечно, бы еще побольше положила, но она, говорит, все только, надо вот столько. Ну, что тебе? Что теперь? Ну. Ой. Нормально.
жить можно. Я думаю, что вообще переехать к ней. Будет хоть кормить. Буду вам видео снимать побольше, вы же просите. Видео поснимать. У кого-то аппетит поднимается, у кого-то пропадает. Ну что теперь делать? Жизнь такая. Челочку надо мне постричь. Угу. Как вкусно и полезно. Да, все полезно, девочки. Вы не переживайте. Я никого не объедаю. Печеночка. Печенку, говорят, полезно есть. Так, Ирина Ширина пишет. Выучи новые слова. Какие? Подскажите, пожалуйста. Я не знаю. Я люблю кушать. Ну, как некоторые говорят, давай пожрём на камеру. Кстати, моей подружке из Ухры тоже огромный привет. Как у тебя, Зухра, дела? Как настроение? Как поживаешь? А хлеба еще взять. Вот тогда была у подружки. У меня не было хлеба. Тут она же бегала, купила для Ирины Сергеевны. Какая молодец, да, подруга? Знаешь, что я хлебушек люблю? Он говорит, кушай на здоровье, Ириночка Сергеевна. Я говорю, спасибо. Ну, там у кого-то музыка, что ли, да, играет? Ну, бывает, да, такое у меня, да, бывает. Сейчас мы пьем. Что-то я уже объелась. Ну, конечно, я тут уже морковки пол этой съела. Да полбанки хреновины. Кстати, хер, да, хер, он не мужской, он женский. И вот тетя Галя копала в огороде. А если хотите узнать, что за тетя Галя, Галина Анатольевна, хорошая тетя. Она нас подругой подкармливает. Ну, это у подружки мама. То это на следующий год на огород тетя Галя для всех работу найдет. Вкусная печеночка.
Я сегодня не ела. Дома не покормили. Мама сказала, надо это работать идти. Ну, чтобы кушать-то. Ну, это... Пришлось к Светке поехать. Понимаете? А как это там Ирина Ширина? Убогое развитие. А это как понять убогое? Убогое не. Убогом мы не были. Не, я там в каком-то году, что-то, когда мне лет 20 было. Не 20. 21, по-моему, да. Ходили к Богу, да, крестились. Вкусно и полезно. Ну, а так, не знаю, какое убогое развитие. Вы о чем? Ирина Ширина. Ну, Ширина, это, наверное, вы вширь растете, да? Ой, нифига себе, я уже полбанки твоей этой херовины съела. Да, можете писать, объела, да. Ну что, она не захотела ехать ко мне на пироги? Сегодня Любовь Михайловна, Любовь Михайловна, это мама моя. Пироги печет с печенью, с картохой. Вообще, знаете, какие пироги с картохой? А какие вкусные. Прям ешь и худеешь. А насчет новых слов, ладно, я книжку возьму, почитаю. Ну, на днях как-нибудь. Только не знаю, какую книжку взять. Там кто-то хотел буквально отправить, то еще позже. Вкусный рисик. Обалденно. Что-то жарко. Ну, это чтобы это провалилось. О, слона по там и бегает. Ой. Ну что, я вот практически доела, было очень вкусно и полезно. Настя, Настя, подари мне счастье. Так, в нем. Настя, а вы можете себе такое позволить? Так, а вы не можете позволить себе пробежать? Куда бежать? Я только до кухни могу бегать. Ну, надо же до последней крошки съесть, так ведь?
Да-да-да, сейчас сделаю, погоди. Вкусно. Очень вкусно было. Это личико вытереть. Ну, кто-нибудь напишет, это не личико, это чего? Кстати, видели мы сегодня красивые глазки? Кавказ. Ты где, Кавказ? Я тут. А ты где? Нам морковки сейчас укусить. Сегодня я культурно. Да? Ну что, девочки и мальчики, будем кофе пить? Да, кофе попьем. Так, телефон уберем. Мне, пожалуйста, 88 печенюшек. Мы сегодня едим печенье. Чего? Ага, я не понял. Чего? Чего? Я ему вроде ничего не писала. Он просто что? Или мы что-то ему написали? Что-то я не понял. Ладно, я тебе потом отвечу, видео снимаю. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Да, мы бухаем тут, да-да-да. Но чтобы это сильно не пробухеть... Это что за это? Дискотека? Да? Фига себе. Они думают, что там люди ниже живут? Это охереть. А когда мне стенку? Все будет, но не сразу. Смотри, не смотри ты по сторонам. Понимаешь, да? Не смотри ты по сторонам. Если в сердце живет любовь. Это понимаете? Мы находимся на третьем этаже, а это на четвертом, так музыка орет. Вот так вот. Вася такой, как есть, оставайся сама собой. Ну, вы же просили побольше петь, вот пою. Если в сердце живет любовь. Вот так вот. Мне интересно. Идут в доме все. Что, думаю, еще одну и все хватит, да?
Ну, там какая-то, похоже, бабуля музыку-то слушает. Да? А шоколадная. Он вся на печенье, шоколадная крошка. Ну, так-то вкусно. Это в Чижике купили. Ну, как купили? Подруга купила. Ну, вы знаете, я же бомж Российской Федерации. Вот так вот. Мне сердце живет любовь. Короче, ладно, девочки, я наелась. От души наелась. Спасибо Светлане Сергеевне, что накормила бомжика. Ну, хочу мой телефон включить его на этом. Ходуном ходит. Вот так вот. Так что все. Я на этом заканчиваю. Всем пока. Угу. До скорой встречи. Сейчас мы еще сходим в магазин. Бухла прикупим. Бухнуть надо побольше. Все, всем пока.